Да вы видели наши советские мультфильмы, блядь, «Ёжик в тумане», сука, блядь. Или про «Потец», блядь. Эх, «Потец», «Потец», расскажи нам про «Потец». Что такое «Потец», блядь? Эх, смотрите, такие карлики едят какого-то деда, сука, кости обгладывают, такие эти детские мультфильмы такие, сука. И нарисовано, сука, вообще в тетрадке такой, детские мультфильмы. Эх, «Потец», «Потец», расскажи нам про «Потец». Эх, «Потец», расскажи, «Потец». И такой, и, сука, и труп грызут такой, нахуй. Труп грызут такие, сука, карлики злобные, блядь. Блять, так грызут, нахуй, сука, блять. И карлики злобные такие, и такой детский мультфильм, да, нахуй, так 40 минут, да, такие. Эх, «Потец», «Потец», расскажи нам про «Потец», блять. Эх, расскажи нам про «Потец», блять. Вот, и такой в конце такой, нахуй, это типа такой, блять, этот самый говорит труп. «Потец, ребятки мои, это пот, блядь, выступающий, блять, на лбу у меня у сдохшего трупа, нахуй». Мультфильм заканчивается, все.